Всем привет! В этом видео о довольно распространенной проблеме, которая встречается на айфоне, перестает заряжаться телефон. Но обычно кто у кого давно айфоны, разные модели, они уже знают, в чем проблема. Но вот у тех, кто 1-2 года, допустим, как я, когда первый раз сталкивается, начинает немножко паниковать. В общем, суть такая. Значит, айфон подключен, зарядка, вставлено гнездо, зарядка не идет. Там пробуешь так и так вставлять, зарядка не идет. Пробуешь другую зарядку, все равно она не включается. И зарядки нету. Сначала думаешь, что теперь делать. Сломался разъем, глядишь на разъем там. Он начинает тебе казаться, что он какой-то испорченный. Ставишь другой. То же самое, все равно зарядки не идет. Начинаешь глядеть по сайтам, сколько стоит заменить гнездо. Окажется, что гнездо стоит заменить 1000 рублей. Но так как там вся плата цельная, она вместе с динамиком, с микрофоном, с гнездом наушников. То есть там, по-моему, с этим даже, с тач. С отпечатком пальца. Ну, в общем, короче, там такие суммы насчитывают, что думаешь, господи, насколько я попал. На самом деле все очень просто. Просто вытаскиваешь это гнездо, берешь вот типа таких штучек. Можно взять спичку, заточить. Железку как бы, наверное, лучше железкой там не ковыряться. И вытаскиваешь оттуда накопленный мусор. Вот он. Если вот тут видно, обычно когда он там в джинсах или где-то стоит, всегда какие-то катышки туда попадают, соответственно, зарядка до конца не входит, контакта нет, и зарядка не идет. Дело очень простое, быстрое, не требует ни ремонта, никакого, ни обращения в сервисные службы, которые, конечно, с радостью возьмут с вас несколько тысяч рублей, чтобы вам его уделать, продиагностировать за 1000, там еще что-нибудь, еще и плату поменяют за 6000. Так, вставляем. Так, и что у нас? И зарядки у нас опять нет, хотя мусора выковырили достаточно. Значит, мусор мы выкинем пока. Будем ковыряться дальше. Так, тут выковырили. Уже палку сломал. Так, ну и что у нас сейчас? Ага, вот. Угу, вот и зарядка пошла. То есть прочистили гнездо. Прочистили гнездо, зарядка стала до конца вставляться. Угу. И стало все работать. Так что не забывайте, если у вас случилась такая фигня, это очень просто чистится. Я уже второй раз чищу, второй раз у меня забивается. Один раз забилось гнездо наушников. То же самое, наушники что-то плохо работали, тоже прочистил. Там. Мусор выкинул. И после этого все заработало. Ну а мусор, он всегда появляется от этого. Там есть оно в кармане, где-то все равно какие-то катышки попадают туда. Ну вот столько мусора было. И телефон работает. Как будто
как будто после ремонта этого разъема. Ладно, всем пока, счастливо, если понравилось, ставьте лайки.